В здании администрации состоялось подведение итогов открытого чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание и награждение победителей. В зале собрались организаторы соревнований и сами спортсмены, больше привыкшие видеть друг друга в гоночных комбинезонах. Вовлекайте молодых, это здорово и это уникально. Я не знаю, сколько таких точек в России, но я совершенно точно до того, как попала туда вот посмотреть, я нигде ничего подобного не видела. В этом году организация чемпионата по гонкам на выживание получила новый толчок в развитии благодаря поддержке со стороны руководства округа. Эта история за несколько последних лет, она развилась в нечто большее. К нам стали приезжать уже действительно из регионов погонять ребята, из соседних, естественно, наших добрые наши соседи, и Подольск, и Домодедово, и Чехов. Экстремальные виды спорта имеют богатую историю в нашем муниципалитете. На трассе «Казачий дозор» регулярно проходят не только соревнования по гонкам на выживание, но и состязания по мотокроссу. Надеюсь, что и дальше наши технические военно-прикладные виды спорта будут развиваться и процветать. И надеюсь, что в районе будет еще бум по этим видам спорта. Всего в этом году в чемпионате приняли участие 20 спортсменов из Видного и других городов. Состоялось 8 этапов, как зимних, так и летних. В командном зачете бронзовым призером стал коллектив «Видное», а в личном зачете победу одержал Андрей Березкин из Москвы. Я приезжал раньше, до этого смотрел гонки, когда проводились, было более-менее организация. Сейчас, конечно, вышел на новый уровень, плюс прямая трансляция, что очень многие у меня друзья мне пишут, там даже братья, которые живут в других городах, пишут, звонят, поздравляют, если выиграл. Поэтому организация стала намного выше, чем был до этого. В новом сезоне любителей автомотоспорта ждет много интересного. Кроме самих гонок, планируется провести большой спортивный фестиваль областного уровня. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.